Здорово, хлебушки. Мой друг Шкальник Антоша очень много рассказывал про его Майнкрафтище. Первым делом я решил посмотреть, что это на Ютубе. Я нашел трейлер, и я подумал, что раз я отложил такого же 10 лимонов просмотров, то он наверняка знает что-то про Майнкрафтище. Что за блядь сарай, сука? О, сука, ебучая курица. Тис, иди сюда, мне для тебя чизбургер. Давай же, курочка, тебя ждет сосисочный рай. Поймав этого бройлера, я решил сделать куриный бюрштекс. Ударив несколько раз по голове, палкой я добыл яйцо, после чего я решил сделать себе холостяцкую яичницу. Почесав яйца, я понял, что это не так уж и просто. Достав зажигалку, я решил зафигачить костер на пне, но ничего из этого не вышло. И потом, после близкого знакомства с курицей, я решил, пора переходить на людей. И на овечек. Немножко прогулявшись и надышавшись местной всего городостью этого мира, мне повстречался какой-то чёрт хвалообразной внешности и села Хуева-Кукуева. Блять! Ха-ха, это был адский сатана, спасибо, что смотрели, здесь и следующая серия. Хлебушки.